Очередной кластер, который намерены развивать в Севастополе, согласно национальным проектам, научный. Так город подал заявку на создание научно-образовательного центра. Согласно концепции, его основными направлениями должны стать морские науки и технологии. Всего же в стране к 2024 году намерены создать 15 таких центров, которые должны будут соответствовать мировым стандартам. Их основной задачей станет поддержка высокотехнологичного сектора экономики в регионе. Ядром этого постановления и ядром НОЦ – это создание экосистемы, региональной экосистемы вышеучебных заведений Российской академии наук и индустрии. До сих пор никогда в нашей стране такой синергии не было, поскольку это разные ведомства, разные задачи. Вот в рамках НОЦ и НАЦ-проекта «Наука» впервые научно-техническая повестка этих трех субъектов может быть сосредоточена на один фокус. Концепция Севастопольского научно-образовательного центра в прошлом году была представлена президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву и нашла одобрение руководства страны. Благодаря этому уже в следующем году Севастополь будет участвовать в конкурсе среди других регионов, претендующих на создание НОЦ. Заявку планируют подать уже в марте следующего года. Очень важно, мы получили официальное согласие об участии в нашем НОЦе в качестве индустриальных партнеров, по сути, три госкорпорации. Объединенная судостроительная корпорация, Ростех, Росатом. Это очень важный момент, ключевой, наверное, в создании НОЦ.